Добрый день, мои дорогие! Сегодня у нас очередное гадание на песке с вопросом, что вас ожидает в любви в самом ближайшем будущем. Ну, давайте возьмем далеко не будем ходить, 2-3 дня, да, потому что сейчас я это предсказание делаю перед праздником. Итак, задаем песочку вопрос. Что вас ожидает? Вы у меня все императрицы. Я положила карту императрицы специально, чтобы вы поняли, какие вы важные, главные, хорошие, сексуальные. Пожалуйста, песочек, скажи мне, что ожидает тех девочек, которые меня сейчас смотрят в ближайшие 2-3 дня в любви. Что ожидает тех девочек, которые меня сейчас смотрят в любви в ближайшие 2-3 дня? Так. Сразу же, сходу я вижу большой глаз. Это глаз левый. Вот он, видите, это глаз левый, зрачок. Это мужской глаз, причем мужчины такого, знаете, взрослого, серьезного, миндалевидный глаз. А бровь тут сверху идет, а вот. И, знаете, смотрите, прям полуулыбка. Вот, девчонки, если у кого-то есть мужчина с такими с большим ртом и плоскими губами, но они не то, что прям совсем плоские, а вот видите, вот половинка, вот прям. Ай-ай-ай, тут уже нельзя это делать. Ну ладно, я уже вам просто хотела обрисовать, да? Вот, тут в улыбке расплывается лицо мужчины, которое, вот глаз и половинка рта, да? Который, вот знаете, такого серьезного возраста мужчина, так скажем, ну не мальчик, не 25 и, может быть, даже не 30, постарше. Вот, такие довольно крупные глаза, но немножко такие плоские губы, которые имеют очень приятную улыбку. Далее, смотрите, тут у нас птички, это новости, это поздравления. И рыбка вот такая вот, это разговор о подарках в виде денежек, да. Вот еще одна улыбка уже, смотрите, как много улыбок, как меня это радует. А вот еще одна улыбка, это больше на женские губы похоже, это похоже всего скорее, что ваши эмоции будут проявляться, вы просто улыбка не будет сходить с вашего лица в загадный период времени. И с чем это будет связано? С тем, что будут вот по птичкам, будут вот большая птица, будут какие-то, будет какое-то серьезное поздравление, которого вы всего скорее ожидали, либо может по работе, может по любви. Но тут связано, если честно, с денежками, больше с денежками, либо все-таки с чувствами, которые имели очень серьезное место в вашей жизни, да. Вот здесь вот я вижу два следа, то есть по направлению к вам кто-то идет. Я не знаю, дойдет или нет, потому что преграды на пути все-таки есть. Но направление, то есть желание двигаться к вам навстречу у какого-то человека загаданного есть. Далее вырисовывается сердце, но немножко оно разбитое. Возможно, эта информация, этот подарок будет от человека, который... когда-то вас обидел, ваши чувства обидел, и, возможно, который разбил вам сердце. Теперь к этому сердцу приделывается вот еще одно крылышко. Это сердце с одним крылом, ваша душа. Без этого человека всего скорее чувствует себя душой с одним крылом. Но этот человек будет пытаться приделать, вот оно второе, правда, такое, знаете, не очень разборчивое, не очень четкое крыло. Ну, возможно, просто будут попытки, да. Далее, что у нас еще здесь? Здесь у нас очень много каких-то событий, знаете, типа танцы, да, однозначно танцы, прям топотушки такие, знаете, быстрые танцы просматриваются, вас ожидают в ближайший период. Ну, а что, ничего такого прям непонятного, да, потому что это... ожидается праздников. Может, если позднее кто-то будет смотреть, может, ожидается у кого-то это видео, высшие силы приведут на это видео человека, который ждет какого-то праздника в своей жизни, этот праздник обязательно случится. Далее, знаете, вот по этому квадрату я смотрю,
вот карта бубны есть, да, бубны это вообще успех в любви и в деньгах. И вот здесь разговор о том, что придется выбирать. Вот видите, бубны расчерчены ровно пополам на два треугольника. То есть придется и один треугольник немножко такой нечеткий, не яркий, мутноватый. То есть придется выбирать вам из чего-то, то есть все сразу загробастать не получится, придется выбрать что-то одно, вот именно в загаданный период, для того, чтобы оно имело более успешно. Здесь, смотрите, просматривается либо детское лицо, либо лицо, может быть, даже, знаете, вот два глаза, вот волосы, вот ушко, вообще на животного, как на какого-то очень сильно похоже, может быть, даже, с одной стороны, здесь можно считать ребенка, но уж слишком ушко похоже на собачье или на вот кошачье, больше, наверное, даже все-таки собачье. Вот, то есть, может быть, кому-то подарят или котенка, или щенка, вот, либо ребенок вам подарит, всего, скорее всего, такая информация, ребенок вам подарит, либо котенка, либо щенка, может быть, в виде поделки, да, может быть, а может быть, вам просто вот прям, да, тут все-таки больше на щеночка или на котеночка, вот вообще похоже, да, вот хвостик, угу. А если собака, то это лайка. Если котенок, то это какой-то курильский бобтейл получается, да? Так, здесь какая-то змеюка приползает, вражина какая-то и уползает. А дело в том, что вот она прямо, видите, в виде вот какого-то такого глубокого рва и уползает в никуда. То есть она упирается в какие-то препятствия, то есть есть какие-то недоброжелатели, змеюка это либо соперница, либо коллега по работе, с которой у вас конфликтная ситуация, которая не будет иметь для вас в данный период времени никакого серьезного значения. Вот тут она пасть свою открывает, но у нее тут, видите, бугорок преграды высшей силы вас закрывает. Вот еще один маленький глаз, который смотрит на вас. Это такое, знаете, очень похоже на такое, что на какое-то провидение. К чему ведет это провидение, простите, пожалуйста. Вот прям стрела, к чему ведет. Тут больше похоже на рунный знак ведет, видите, рунный знак, руна Урус, очень похоже прорисовывается, вот если вот ее вот так вот смотреть, руна Урус. А руна Урус у нас означает разговор о счастливой и радостной коммуникации, о веселом времяпровождении, которого вы ожидали, которого вы хотели, которое вам будет послано. Ну вот, наверное, если вкратце, чтобы долго не отнимать ваше время, дорогие мои, по большому счету, та информация, которую я хотела до вас донести. Тут кому-то бусики подарят, ха-ха, вижу, кому-то бусики подарят, кому-то денежки подарят, кому-то, вот опять мы к этому дельфину, вот он прям дельфин просматривается, да, это, ну, по большому счету, дельфин это рыба, вот, кому-то бусики подразумеваются в виду украшения, может быть, кто-то и получит украшения, не то, что именно бусики, да, а украшения. Украшения в подарок. Может быть, об этом вы и мечтали, кстати. Вот. Но это будет от человека, который и питает к вам истинные чувства, и будет подарок этот искренний и с душой. Его можно потом использовать как амулет. Что еще вам предложить? Может быть, тут у кого-то ожидается поездка, но очень кратковременная поездка из дома, куда-то в гости, ну, на приличное такое расстояние, но очень кратковременное. Вот тут еще просматривается овал человека, который за вами наблюдает, но никак не проявляется. Кто-то есть, и это, знаете, это лицо молодого человека, молчащего, с закрытым ртом. Такие волосы, знаете, немножко такие назад, длинноватые, и немножко назад зачесаны. Вот у кого, девчонки, такой есть партнер, он за вами наблюдает. По какой причине наблюдает? Вы знаете, по причине какой-то невыясненной ситуации, где-то вы не стали его слушать, не стали с ним разговаривать по поводу, опять сердце, половинка сердца, по поводу либо любовный конфликт, либо по поводу какой-то ситуации, связанной с сердечными делами. Кому-то может быть предложено даже рука и сердце в загаданный период, колечко просматривается. Колечко с камушком. А вот. Так, змею опять пропускаем, не будем второй раз ее называть. А, в
общая атмосфера предстоящих дней наполнена событиями и в любовной сфере, и в сфере подарков, в сфере эмоций, и в сфере будет очень много энергии и движения. Поэтому доверьтесь Вселенной, двигайтесь вперед. Я всех поздравляю с наступающим праздником. Я желаю искренне вам любви, чтобы все, кто за вами смотрит, наблюдает, к вам проявились, рассказали о своих чувствах, и вы смогли сделать выбор и принять правильное решение.